Ну что, ребята, всем доброе утро. Рассказываю про свою машинку. Боже мой, сколько можно уже? Какая машинка, Светлана Александровна? Печка. Утром соображать тяжковато. Печка наша оказалась поцарапанная. Представляете? Ну вот эту печку я переношу туда, в летнюю кухню. А эту печку мы, ребята, ставим сюда. Вот. Значит, по интерьеру она мне подходит. Ну, конечно, не так, как вот это. Но у меня бежевые занавески. Бежевая печечка. Она прям слегка кремоватая такая. Вот. И у меня котел, ребята. Такой вот, видите? Бежево-белый. Поэтому под интерьер подойдет она сюда. Ой, господи, ну, дай бог, поменяем. Сегодня должны привезти другую. Поменяем, и чтобы она хорошо, конечно, пекла. Это для меня самая главная духовка. Ну, а верх он будет всегда хорош. Я так думаю, чтобы у нас было все хорошо со второго дубля. Ну, печка хорошая, красивая. Говорят, жалоб не было. Вот видите, красивая печка сама по себе. Тут еще у меня и стены бежевые. Видите? Поэтому, мне кажется, она вписывается в интерьер. А кухню будем все равно осенью менять. Поэтому особо я уже не расстраиваюсь, что она не темная. Будем менять и по цвету кухни будем уже подгонять под печку поближе. Ну, потом посмотрите тоже. Утренний кофе, водичка. Приглашаю всех на кофепитие. Всем приятного аппетита, кто завтракает и спешит на работу. А что цветочки мокрые, что ты делал? Ну, как сказать, я их попшикал-пшикал. Ну, как сказать, у нас есть пшикалка, сфиксируется, очень недорогая. Я их попшикал-пшикал, чтобы они росли. Кстати, вот моя косточка от, не помню на какого растения, но это мое деревце, я его больше всего попшикал. Это же растение мне очень нравится, поэтому я их пшикал. Мне очень нравятся бабушкины растения. Завтрак на летней веранде, Николай Романович. Что вы завтракаете сегодня? Гречку и грибы. И грибочки. А грибочки сладкие. Грибочки сладкие у Николая Романовича, да? Вырастил сладкий. Вырастил он сладкий. Это печенюшка. А бабушка будет яичницу с луком. Да. Завтрак у меня сегодня яичница. Захотелось мне пожарить лучка, а потом залить это все яйцами, всю эту красоту. Вот такой завтрак. Еще раз всем приятного аппетита, кто со мной завтракает. Хлеба нет, потому что нет моего хлеба.